Расскажем про интересную породу собак – командор. Ее размеры визуально увеличиваются за счет шерсти. Командор очень хорошо приспособлен к работе овечьим пастухом. Благодаря своей шерсти он маскируется в отаре овец. Ученые считают, что командор – это результат скрещивания нескольких древних пород овчарок и волков. Венгерская овчарка является одной из самых крупных собак в мире. Рост холки составляет более 80 сантиметров, а длинная белая шерсть, свернутая в оригинальные шнуры, делает собаку еще более массивной. В щенячьем возрасте у командора шерсть еще не заплетена в шнуры. Сначала она мягкая и волнистая, и только потом уже формируются дреды. Во взрослом возрасте шерсть весит около 7 килограммов и состоит примерно из 2000 шнуров. Необходим специальный уход за ее шерстью. Она не подлежит расчесыванию, но по мере роста сформировавшиеся пряди необходимо разделять, чтобы они не сплетались вместе. А когда у командора сформируются шнуры, то линька вообще не страшна. Шерстинка выпадает из луковицы, но она хорошо зафиксирована в этом дреде и остается собакой на всю жизнь. Собака породы командор нуждается в большой физической нагрузке. Умирая со скуки, она может устроить в доме настоящий хаос. А вы бы хотели себе такую необычную породу? Пишите в комментариях.